Кризис – понятие не финансовое. И я глубоко в этом уверен, и сейчас тут повторю. Это, прежде всего, кризис отношений, кризис доверия, кризис контакта. Ведь сегодня огромное количество людей прекратило свою бизнес-деятельность, потому что они боятся сделать неверный ход. Потому что сегодня очень тяжело сделать верный ход. Вы имеете в виду весь мир или только наше богохранимое отечество? Разве наша страна не часть всего мира? Расскажите, как вы стали членом Рокфеллеровского клуба? Оказывается, чтобы стать членом Рокфеллеровского клуба, надо получить 5 рекомендаций от членов Рокфеллеровского клуба. И 2 должны быть из них обязательно членов Board of Direction. Это президиум, да, совет директоров. Ну, я это отметил про себя, ну, как информацию, да, побывал в Рокфеллеровском клубе, интересно все. Прошло около 2 месяцев. Мне звонит этот человек и говорит: вот я бы вам организовал завтрак с Дэвидом Рокфеллером. Ну, кто не хочет встретиться на завтрак с Рокфеллером?